Соль Мио, по одной из легенд, был придуман не на Средиземноморском побережье, а на Черноморском, во время поездки композитора Эдуарда Ди Капуа по Российской империи. Вымысел это или правда, сказать трудно, песне уже 125 лет. Традиционно она исполняется соло, но сегодня прозвучит как дуэт солистов Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко, тенора и баритона Владимира Дмитрука и Станислава Ли. Oh.
Капли. В истории русской музыки есть произведение, способное поспорить по популярности с «Кармен» и «Севильским цирюльником». Это «Хор невольниц» в «Половецких плясках» из оперы «Князь Игорь». Знаменитая композиция «Улетай на крыльях ветра» появилась задолго до премьеры самой оперы. Кажется, что такая музыка просто не могла ждать, она рвалась ввысь, на волю. «Улетай на крыльях ветра» из оперы Александра Бородина «Князь Игорь» исполняет блистательная Вероника Джоева. Встречайте! Встречайте!